my niggas by the damn, play no games. All my bitches wedded, they ain't got no shame. Всем привет, дорогие друзья, с вами Владимир, добро пожаловать на канал Apple Expert. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как же исправить технические проблемы с вашим iPhone, если у вас не работают какие-то кнопки. В общем, начнем с чего? Первое, то что если у вас вдруг перестал работать Touch ID или Face ID, что делать? У вас кнопка не работает, знаете, что есть такая функция, экран поднятия вверх, вы просто активируете. Или же вызываете Siri, говорите открыть какое-то приложение, нажимаете, вводите пароль, естественно. Вот. То же самое, если у вас не работает кнопка включения или выключения. Вот, как можете заметить, вот этот замочек и есть эта кнопка выключения. Вы ее зажимаете долгим тапом, и у вас появится экран. То есть на экране выключить, либо же отмена. Так само это будет касаться кнопок громкости. Громче, тише, вот эти вот кнопочки. Отвечают за громкость звонка, за громкость экрана и также качелька регулировки громкости. Как выключили, так обратно включили. И дальше меню касается того, что, допустим, вам нужно будет сделать меню многозадачности. Вот оно здесь. То есть оно делается либо так, знаете, в кнопочных айфонах имеется в виду, где есть Touch ID, вам нужно будет нажать дважды на кнопку Home. Вот она имитация. Дважды нажать, нажимаете, и все, и никаких проблем в принципе нет. Точно так же вот перезагрузить, кнопка SOS, сделать снимок экрана. Но мне большинство нужно сейчас уже, поскольку у меня не седьмой iPhone, а перешел на другой. Снимок экрана для меня это было очень важно. Снимок экрана, мне это удобно, я делаю. Так само блокирую телефон, чтобы не заезжать эти кнопки, как кнопку включения-выключения, громкости. Все это прекрасно делается, удобно, комфортно, но по крайней мере для меня. Не знаю, как для вас. Это есть отличное решение технических неисправностей, запомните. То есть, если у вас какие-то кнопочки поломались, включайте Assistive Touch. Assistive Touch находится в настройках, просто прописываете Assistive Touch. Вот, активируете его, вот этот ползунок, настраиваете под себя, добавляете вот одно касание это на точечку, двойное касание это домой, долгое зажатие у меня Siri, 3D Touch это нам не нужно. Вот, все эти жесты здесь ставите, какие вам нужно, секунды, все настроечки под себя. Ничего тут такого заволшебного нету, все просто в принципе делается, и вам намного комфортнее просто дальше будет с этим работать. Так как вам заблокировать надо громкость, тише, громче, вы там добавлять можете абсолютно все, что есть в меню, разберитесь для себя. Вот в принципе как-то так. И также что хочу сказать по iOS, iOS 14 я не буду накатывать, она дохрена весит, она пока забагована, и я вообще не советую вам ее ставить, потому что зачем она вам надо. Если вам интересно, откуда я беру бабки, посмотрите это видео. Хочешь зарабатывать столько же, сколько и я? Если я вас заинтересовал, у вас рождается всего 3 вопроса. Что это? Как это работает? И сколько можно на этом заработать? Все просто, как белый день. Напишите мне, я вам расскажу. Официальный сайт, занимаются депозитами. Вносите вклад, получаете деньги. Можете забрать свой вклад. Будет интересно, подробно расскажу, покажу. Обращайтесь. Вот так вот. Поэтому подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Ставляйте ваше мнение в комментариях. Для меня это очень важно. Какой у вас iPhone, какая версия iOS, какие у вас есть ошибки. Может, я помогу вам исправить. Всем пока.